Когда Нахаш выносил приговор о смертной казни, их сбрасывали с высокой скалы. Уасдин называется Кузапаран. В переводе на русский – собачья скала. Вот это решение Нахаша исполняли ближайшие родные братья или двоюродные братья, чтобы не допустить возникновения кровной мести. И вот, чтобы этого не было, выбирали ближайших родственников, которые сбрасывали тех, которые нарушали общественную мораль.